бабочка. Лиса. Краб. Не думайте, Итан. Говорите первое, что придет в голову. Тень. Грозная тень. Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме, а меня сторонится. А вы сами, Итан, что чувствуете вы? Я не хочу больше жить. Не вижу ни малейшего смысла. Даже ради сына, Шона? Я не спас Джейсона. Шону не нужен такой отец. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Вам приходилось слышать о раздвоении личности после сотрясения мозга, когда люди творят что-то, а потом не помнят об этом, как будто это был кто-то другой? В определенных случаях серьезная встряска мозга может привести к психическим заболеваниям. Ну, например, к шизофрении. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю. А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобных ДТП. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Что сегодня нового в школе? Мне влетело за несделанные уроки. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе. По рукам. Что-то случилось, Шон? Не, все нормально. Хочешь перекусить? Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. А, бумеранг. Умеешь его бросать? Нет, не совсем. Он не возвращается обратно. Можно мне бросить?
получилось, пап. Хочешь попробовать? А у меня не получится. Да ладно, давай вместе. Смотри, самое главное – это правильная поза при подаче. Бросай его прямо и немного вправо. Ну-ка, кидай! Получилось! Здорово, пап! Отлично, Шон! Вот, совсем не трудно. Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да. Давай, пап, хочу летать. Давай на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ура! Давай, пап, еще быстрее! Голова скружилась. Тренировка для космонавтов, парень. По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Пап, я вспоминал, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Пап, можно покататься на карусели? Можно? Конечно. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Один билет.
вас доллар. Ha ha ha.